1995 году на экраны вышла комедия «Ширли Мырли». До этого режиссер Владимир Меньшов не снимал кино больше 10 лет. В первой после долгого перерыва картине оскароносного постановщика дали согласие сниматься сразу 8 народных артистов СССР. Всеволод Санаев, Олег Ефремов, Евгений Весник, Нонна Мордюкова, Олег Табаков, Ролан Быков, Инна Чурикова и Армен Джигарханян. Такое количество титулованных артистов – абсолютный рекорд отечественного кино. Уникальный состав исполнителей удалось собрать еще и потому, что в 90-е годы в России фильмов почти не снимали, и работы у актеров было мало. Такую жизнь, и дай бог, не беру. Главную роль, точнее, сразу три главных роли – близнецов, потерявшихся в детстве, сыграл Валерий Гаркалин. После выхода картины одна из газет опубликовала сенсационную новость. У актера тоже есть брат-близнец. По профессии секретный физик. Заметку перепечатали десятки изданий, не обратив никакого внимания на дату публикации. 1 апреля. Виноватая я перед вами. Ой, как я виноватая. Давно собиралась, когда ты все боялась. Не мой ты, сын, Васятка. Роль милиционера Жана Поля Пискунова, который расследует дело о пропавшем алмазе, досталось популярному телеведущему Игорю Угольникову. В эпизоде, когда милиционер находит драгоценность, майорская звездочка на его погонах обращается в маршальскую. После съемок, не снимая форму, Угольников отправился в ГАИ и добился, чтобы его без очереди пропустили получать водительские права, экзамен на который он сдал за несколько дней до этого. Особо опасный город-сетевист Василий Кроликов, вступив в преступную связь, и президентом США, Третья мировая, из-за меня уже идет. Ах, идиот! В 1995 году актер Валерий Гаркалин получил приз кинофестиваля «Киношок» за лучшую мужскую роль. А сам фильм «Ширли Мырли» надолго запомнился зрителям яркими актерскими работами и смешными фразами, многие из которых ушли в народ. Прости меня, Васенька, дура грешная. Интересное кино. Радио «Звезда». История в письмах и воспоминаниях. Из письма Александра Сергеевича Пушкина жене Наталье Николаевне Гончаровой. 14 июля 1834 года. Петербург. Ты хочешь непременно знать, скоро ли я буду у твоих ног? Изволь, моя красавица. Я закладываю имение отца. Это кончено будет через неделю. Я печатаю Пугачева. Это займет целый месяц. Жалко, жалко. Потерпи до половины августа. А тут уж я к тебе и явлюсь. Я обниму тебя и детей расцелую. Ты разве думаешь, что холостая жизнь ужасна, как меня радует? Я слюю вижу, что к тебе приехать. Так я бы мог остаться в одной из ваших деревень под Москвой. Такой Бог свечку поставит. Раз бы в рай, да грехи не пускает. Дай сделаю деньги не для себя, для тебя. Я деньги мало ли, но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости. Будь здорова, поцелуй детей и благослови их за меня. Александр Пушкин.